Так, в этом видео я покажу, что я делаю с рыбой. Я ее чищу. Ну как, отрезаем хвост, голову, спарываю кишки. И вдоль позвоночника так раз. Так, у нас икра. Надо блюдечко достать. Икру мы забираем. Ее потом в гриле жарить вообще просто бомбически. Икра у нас изъята. Так, кишки, кишки сперва. Все, кишки удалили. И по хребтине вот так вдоль прорезаем. И все, в раковину. Потом следующий. И потом рыбу промываем. Ну и дальнейшее дальше покажем. Так, рыбу все мы всю почистили. Теперь вот таким образом мы ее раскладываем в кастрюлю. В один слой. Блин, в один не получается. Так, Лиля, соли. Супруга будет помогать сейчас. Хорошенечко посыпаем солью. Так, еще одна рыбка. Так, вот таким образом каждый слой рыбы, в этом случае по каждую рыбку, просаливаем хорошенечко. Рыбу вот в таком состоянии оставляем на 5-7 дней, чтобы она хорошенечко просолилась. Потом мы вам покажем, что будет дальше. Икру мы убираем вот такой вакуумный пакет до жарки. Как запустим гриль, достанем икру в морозилке и все это прожарим хорошенечко.